Благотворительная акция «Я волшебник», проходившая в течение двух последних месяцев, действительно показала, что чудеса возможны. Одно из них – появление нового аппарата в отделении реабилитации социального центра «Вера». И вот пошел процесс. Сейчас не надо. Вот пошел процесс. Набранные токи низкочастотно-амплитудной частоты постоянные 0,14 микроампер. Ольга Кистол – человек непубличный, перед камерой заметно нервничает. Но оказалось, это именно она приобрела для центра «Вера» современный медицинский прибор. А вместе с ним – моющий пылесос и триммер. Мы встретились с руководителем центра «Вера». У меня не было понимания, что нужно, что необходимо для деток. Его совет, рекомендация привела меня к тому, что необходимо приобрести аппарат медицинский. Также необходимое оборудование для уборки территории как снаружи, так и в самом реабилитационном центре. Помимо приобретения медицинского аппарата, Ольга оплатила и обучение специалистов в Санкт-Петербурге. Эта небольшая коробочка с проводами станет хорошим подспорьем для реабилитационного центра, так как помогает в борьбе со многими недугами. Поражение центральной нервной системы, заболевания шизофрении, эписиндром, проблемы спинного мозга – все это, на это направлена работа вот этого прибора. Прибор микрореамет, микрополяризация называется. Акция «Я волшебник» получила большой общественный резонанс. В ней приняли участие неравнодушные граждане, общественные и коммерческие организации, депутаты, а новогодние подарки детям с ограниченными возможностями здоровья вручал советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган. Мы шли с хорошим настроением именно в центр, реабилитационный центр. И встретили Деда Мороза. Дед Мороз нам передал подарки и попросил, чтобы мы поздравили детей. Акция стартовала в Ленинском районе, но приобрела областной масштаб. Часть подарков, полученных в ходе мероприятия, была отправлена в подмосковное Пущино, где их получили те, кому они необходимы. В ходе благотворительного марафона было собрано более 600 различных наименований товаров на общую сумму порядка 500 000 рублей. Это и билеты в кинотеатр, это билеты в театр, это и бесплатное посещение парковых зон, аттракционов. Здесь также и продуктовые наборы, ценные подарки, это и планшеты, мобильные, телефоны. То есть мы говорим о том, что более 400 людей в рамках акции получили подарки. Акция «Я волшебник» будет продолжена и в 2019 году. Организаторы планируют, что полученный опыт позволит охватить еще больше тех, кому необходима помощь. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.